Всем привет! И сегодня я решила отпустить жука-оленя. Потому что жук-носорог уже и так умер. Только из-за пауков, а не из-за меня. Вот. А еще я увидела вишнезы. Почти такой же цвет, как и наш. Такой красно-розовый. Но не бежевый. Я его сейчас буду выпускать. Трубки наши. Вот. Жук носорог. Ой, олень. Жук олень. Он видит весь этот мир. Неужели я на воле? Я вот пущу на нашем газоне. Хотя нет, не хочу его отпускать на нашем газоне. Вдруг его кто-то раздавит. Хочу его выпустить вот куда-то от меня. Примерно вот сюда. В кусты. Не бойся, малыш, иди. Иди. Яблочки тебе в принципе не повредят. Думаю, его можно оставить так. Пусть подыхает на спине сходится. Потому что не сразу перевернуться. Главное, пошутила. Сегодня я этого, когда я снимала видео про жука-носорога, как он умер. Вот. Извините. Камера укусила. Руку там, где телефон мой, камера. Вот, и он. Это. Я оставила его одного на несколько часов. Вот. И потом я посмотрела. Вот, блин, я что, жука-оленя просрала. Не только жука-носорога, но и жука-оленя. Да ёкарный бабай. Вот так вот. А помните, я снимала старое видео, как я нашла жука-носорога? Это был не жук-носорог. Ну, на самом деле, я всё правда прям сказала, как надо. Но это был не жук-носорог, а жук-олень. Я посмотрела по картинкам, это жук-олень. Только в начальной форме. Он пока что еще не подрос. Вот. Я вижу другого жука сейчас. Ладно, жук-олень, пока. Вот он тут спрятался. Иди и путешествуй дальше. Да, очень короткое видео. Вы согласны? Ну ладно. Жук, олень вообще сейчас двигаться не хочет. А это наш гамачок. И сюда падают лишние яблоки, которые еще не подросли. Это очень плохо. И приходится гамак этот все время очищать. Давайте, падайте, яблоки. Ой, все. Теперь можно и полежать. Вот тебе красота. Ох, как это приятно. Ладно, всем пока!